Всем привет, дорогие друзья! Мы с Чаком идем на прогулку. Ребят, смотрите, мы раздобыли хлеба. Понедельник. В общем, нужно было выбрасывать мусор. И я нашла много хлеба. Ну, я сказала хозяйке, что, ну, как бы хлеб выбрасывать плохо. Поэтому возьму я и отдам уточкам. Поэтому у нас сейчас будет мега кормежка уток. Хлеба очень много. Так что, ребята, идем кормить уточек. У нас приближаются морозы. Сегодня ночью будет минус 10, минус 16. Вообще в шоке, честно говоря. Все готовятся к этому холоду, все боятся. Берем с собой сумочку. Пока я буду кормить, Чакушку посажу в сумочку, чтобы он не мерз. Ты готов, Чакуш? Не на скутер. Куда пошел? Пешком пойдем. Ребят, вот покажу вам Каликанто днем. Сейчас посмотрим, как он перенесет морозы. Вот, видите, кустарник в цвету. А, это походу, да, семена, ребят, смотрите, того года. Там семена, коробочка. И вот, смотрите, вот это семя. Вот Каликанто. И здесь этих кустиков достаточно, я вам скажу, много. Этих кустиков. Мамушка! Чак, ты что, трясешься уже? Пойдем. Пойдем, пойдем. Вот еще Каликанто, чуть-чуть другого цвета. Такого бежевого цвета. Ух ты, сколько семян, смотрите, сколько коробочек. Ой, ребята, ветер настолько холодный. Ой-ой-ой. В общем, мы все ждем с таким страхом. А вот, смотрите, какой запах, ребятки. Ну, это же надо. Ну, а мы идем кормить уточек. Со страхом все ждут морозы. Посмотрим обстановку. Так, уточки есть. Сейчас посмотрим. Ой, они все здесь, ребята. Привет, сейчас я вас накормлю. Сейчас, ребятки, как же вы привыкли. Ну хорошо, сейчас. Ребят, вы не поверите. Это что такое? Она что, ручная? Ребят, смотрите. Смотрите. Ё-моё, она ручная. Иди сюда, иди, маленькая. На, вот еще возьми. Обалдеть, ребят. Вот это да. Не бойся, не бойся. Вот, ребяточки, Чакушка сидит в сумочке. Ему тепло. Пока я буду кормить уточек. Ребята, нереально, смотрите, сколько их. Вы посмотрите, сколько их. Маленькие. Сейчас я вас покормлю. Готовы? Ой, только не деритесь, ради бога, господи. Боже, не деритесь, пожалуйста. Всем хватит, много хлеба. Ребята, они голодные, реально голодные. Мама мия. Ребятки, так мне жалко их. Ой, сейчас еще прилетят. Я думала, хлеба много, а оказывается, его не совсем много-то. Боже мой. Ребяточки, кушайте, кушайте, не деритесь. Вон он мой с белой грудкой. Вон, вон, ну-ка, сейчас я ему брошу. Кушай, кушай. Ай, бравушки, ай, бравушки. Ребята, хлеб был сухой, черствый, я его предварительно замочила. Вот этот кусок не растаял. Ну ничего, сейчас в воде растает. Господи. Ну что вы, не деритесь, пожалуйста. Я попрошу вас.
Смотрите, ребят. Сейчас перед холодами. Пускай покушают. Голодно. Доча, Куся. Мама. Отлично, ребят, я очень... Смотрите, а вот эти две. Взяли вот тот большой кусок. И смотрите, вдвоем его кушают. Ай, умнички. Ай, умнички. Поделитесь, поделитесь. Сейчас он в воде еще больше разбухнет и будет ломаться. Видите, они втроем уже. Хорошо, молодцы. Вот так. Делитесь, ребяточки, делитесь. Хорошо. Ой, у меня руки мокрые, телефон не слушается. Так, а еще есть. Нате. Вот молодцы какие. Ну вот, ребят, мы его спустили вниз. И сейчас немножечко уделим внимание Чакушечке. Пусть побегает, поиграет. Вот, видите, даже он, будучи в сумке, вперед, выходи, даже сидел и трясся. Все, идем играть, пошевелимся немножечко. Я взяла мячик, сейчас я его погоняю с мячиком. Все, ребят, прям так душа радуется, что покормили уточек. Здорово. Чак, ребят, не хочет играть. Я так подозреваю, здесь была течная, наверное, сука. Вот он беспокойно бегает, нюхает везде. Вон даже мяч. Вот, ребят, неинтересно ему мячик даже. Ни горка неинтересно. Ладно, в следующий раз возьму большой мяч. А еще лучше куплю новый. И он тогда будет заинтересованный, да, Чаки? Чакуш, мам, да, основная наша задача была уточек покормить. Все. Так что все, тогда можно идти домой. Он уже все свои дела сделал. Че, пойдем домой? Ну ладно. Нельзя идти туда, нельзя. Все тогда, ребят. Всем пока. Ой, а мы ждем прихода морозов. Даже не верится. Даже не верится после 13 градусов. Минус 16. Для нас это что-то вообще немыслимое. Да уж. Мам, будем дома сидеть. Да? Будем дома играться. Ну да. Будем что-то придумывать. Вот такие дела. Все, всем пока, ребят. Пока-пока.